ажиотаж с Олимпиастадиона. Сегодня здесь, что называется, футбольная атмосфера. Игру в таком составе. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Не 36-го, а еще 16-го года, но они не состоялись. Да, спустя 20 лет этот стадион приобрел знакомый вид и на тот момент был самым современным стадионом в Германии. Вмещал он около 110 тысяч болельщиков и нес в себе по задумке всю мощь и единство тогдашней Германии. Этаж с Олимпиастадиона. Сегодня здесь, что называется, футбольная атмосфера. Игру в таком составе. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Не 36-го, а еще 16-го года, но они не состоялись. Да, спустя 20 лет этот стадион приобрел знакомый вид и на тот момент был самым современным стадионом в Германии. Вмещал он около 110 тысяч болельщиков и нес себе по задумке всю мощь и единство тогдашней Германии. Этаж с Олимпиастадиона. Сегодня здесь, что называется, футбольная атмосфера. Игру в таком составе. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Не 36-го, а еще 16-го года, но они не состоялись. Да, спустя 20 лет этот стадион приобрел знакомый вид и на тот момент был самым современным стадионом в Германии. Вмещал он около 110 тысяч болельщиков и нес в себе по задумке всю мощь и единство тогдашней Германии. Этаж с Олимпиастадиона. Сегодня здесь, что называется, футбольная атмосфера. Игру в таком составе. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Не 36-го, а еще 16-го года, но они не состоялись. Да, спустя 20 лет этот стадион приобрел знакомый вид и на тот момент был самым современным стадионом в Германии. Вмещал он около 110 тысяч болельщиков и нес в себе по задумке всю мощь и единство тогдашней Германии. Этаж с Олимпиастадиона. Сегодня здесь, что называется, футбольная атмосфера. Игру в таком составе. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки.
не 36-го, а еще 16-го года, но они не состоялись. Да, спустя 20 лет этот стадион приобрел знакомый вид и на тот момент был самым современным стадионом в Германии. Вмещал он около 110 тысяч болельщиков и нес в себе по задумке всю мощь и единство тогдашней Германии.